Как должен был закончиться Resident Evil? Вескер, ты за всем этим стоял. Ты, как и все здесь, работаешь на Амбреллу. Умная девочка. Я всегда работал на Амбреллу. Ах ты, сволочь такая... Все, что вы видели раньше, это просто ничто. Узрите! Универсальная форма жизни! Что за... Сэр, я не знаю, как вам сказать это, но... Нам не хватило финансов на проект Т-Вирус. Черт подери, Филлипс! Почему нет? У меня тут просто разговор, понимаешь? Как бы банально это ни звучало, сэр, но нам урезали бюджет, и нам очень сложно было разрабатывать код. Надо было совместить и растения, монстры, и гигантскую змею, и акул. Нам что, так необходимы зомби-акулы? Это удовольствие не из дешевых. Ну все, Вескер, достаточно... Ребят, прошу, ну, буквально секунда. Окей, а что там с независимым финансированием? Голливуд любит зомби. Ты прав, это так. И какой-то режиссер Андерсон хочет экранизировать историю вашей жизни. Пол Томас Андерсон? Отличный режиссер. Нет, Пол У.С. Андерсон. Mortal Kombat? Нет! Использовать в экстренных случаях. Джилл, давай же! Использовать в других экстренных случаях. Ну же! В случае мутант-апокалипсиса разбейте стекло. Давай уже! Если еще остались выжившие, то просто дайте знак. Мне еще осталось горючее, так что я увезу вас. Это ваш последний шанс. Думаю, для одного дня достаточно спасения мира. Крис... Он сказал... Я знаю.